Всем привет! На улице идет дождь. Небо не сказал бы, что сильно затянуто, но уже час не прекращается. А мы работаем вот в этом доме. Это дом Танго. Трехкомнатная квартира. Идет чистовая отделка. Пока я вам не покажу, что там делается, вот началась укладка плитки в санузлах. Короба подделаны, откосы, дверные, оконная. Чистовая отделка. Покажу вам где-то через 2 недели, как все будет выглядеть. Ну а сейчас пойдем в дом Новый Орлеан. Там работают ребята, у них уже на счету 2-я квартира. И посмотрим, что они там делают и на чем остановились. Позвонили сегодня с новым плиточником, поговорили так, ну и, наверное, он приступает, будет санузел. Вот этот санузел, который я сегодня начал, я буду его заканчивать, а следующий санузел будет делать он. Ну, посмотрим, что у него получится. Сказал, плиточник неплохой. Понятно, что ясно это будет только когда сделается работа. А так загадывать пока нечего. Небо еще затянуто, дождь идет. Ну, что у нас здесь сделали сантехники? Кое-что сделали. Сейчас вечер, они уже уехали домой. Это у нас кухня. Развели на кухне санузел. Так, проштробили все. Это у нас получается стиральная машина и что-то еще. Канализация уходит. Тут пока ничего не делали. Тут душевая кабина. Проштробили, сделали вывод канализации. И здесь по смесителям моют. И вверху штроба идет для душа. Тут эту стенку мы зашили гипсокартоном. Будет с двух сторон. Внутри шумоизоляция. Не всю стенку, а часть стены. Вот она с обратной стороны. Получается, внутри здесь будет раздвижная дверь. Ну и дальше будет сделано с гипсокартона такой же самый зуб. И это будет такая ниша. А посреди здесь будет стоять кровать. Будет все симметрично. Опа! Уже сделана шумоизоляция. Это такой специальный гипсокартон. Не знаю, как пропускная способность у него. Как он изолирует, ну, говорят, не очень. Штукатурка уже почти высохла. Полностью высыхает, где-то 2 недели. Такой слой. Слоя здесь были небольшие. В среднем сантиметр. Ну, вот только вот эта стенка на кухне, она была, да. До 4-5 сантиметров. Вот здесь выдерживали угол 90 градусов. Ну и через недели 2,5-3 приступаем здесь к работам. Малярка, укладка плитки, стены под покраску. А сейчас спустимся ниже этажом. Кстати, покраска будет вся через паутинку. 2 рулона паутинки, 4 слоя шпаклевки, слой паутинки, зачистки, грунтовки. Ну тут и так сетка есть. Фасадная сетка. Ну а сверху будет еще паутинка. Так, что у нас тут сделано? Смотрю, перегородки начали делать. Сместили дверной проем. Изначально он был в этом месте. Ну и немного перенесли стенку. На 33 сантиметра. Уменьшился санузел. Ну, зато увеличился здесь коридор.
Это даже не коридор, это будет такая вот гостиная. Нормальный такой вариант. Ну, тут им осталось по работам недели полторы, но максимум две. Потом будет работать электрик. Электрик будет со стороны заказчика. А сантехник я не знаю даже. Ну, потом здесь будет подготовка под обои. Это уже после сантехники, электрики. Обычно у нас такая квартира занимает по времени 2,5-3 дня. Это грунтовка, двойная шпаклевка и зачистка. Полная подготовка под обои. 3 дня это максимум, а так бывает 2-2,5. Ну а через 2 дня поедем еще на один объект. Покажу вам, как можно заработать за 2 дня $400 на одного человека. Там будет декоративная штукатурка, декоративная краска, мокрый шелк, ВГТ. Мы там подготавливали под обои, и там работал плиточник. Ну, заодно покажу работу плиточника. А нам нужно зачистить всю квартиру, загрунтовать. Это будет под обои. Откосы загрунтовать, зачистить, загрунтовать и покрасить. Ну и в прихожей, в коридоре нанести декоративную штукатурку. 40 квадратных метров. Декоративку буду наносить я. И мне нужно на это все время 2 дня. Гипсовая штукатурка, первичное схватывание у нее моментальная, ну а полностью высыхает она долго. Ну, кстати, мы штукатурим не только гипсовой штукатуркой. Кому интересно или кому нужно, можем заштукатурить цементопесчаный или известково-цементный. Кстати, известково-цементный проще всего штукатурить. Она такая вот как безе, легко тянется, легко прилипает, у нее хорошая адгезия. Ну, почему-то в последнее время мы штукатурим гипсовой. А из-за того, что здесь разнородные основания, и блоки, и бетон, монолит. И поэтому мы приняли решение штукатурить это все гипсовой штукатуркой Родбанд. Кладовка небольшая, здесь будет бойлер и всякая техника. Небольшая такая, но кажется, пару квадратов есть. Заказчик разметку сделал под электрику примерно. У него нарисовки идут. А сколько здесь дверные проемы? 2,26. Дверные проемы 2,26. Ну то же самое, недалеко ушли от нижних. Там было, то есть вверху этажом там было 2,38. Небольшая такая разница. А санузел, который я начал делать в доме Танго, там будет керамогранит, плитка под мрамор, белый мрамор такой, типа бьянко. Ниша будет под ванной для ног, такая полоса сделана, туда можно подсветку встраивать, красиво. Инсталляция, натяжные потолки. Я снимаю видео, как я делаю полностью отделку санузла. И потом на концовке смонтирую ролик и покажу вам полностью отделку санузлов с нуля под ключ. Вот и погода наладилась, и дождь закончился. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, смотрите, ставьте лайки. До новых встреч и всем пока!